Ну, в честь праздника сегодня в Якутске открыли памятник выдающемуся деятелю 20 века Степану Васильеву. Монумент выполнен из бронзы, он находится на территории Комдрагмета. Степан Васильев известен не только как общественник и политик. В 1926 году он был направлен в Алдан для подготовки материалов организации Треста золотодобывающей промышленности. Поэтому сегодня Васильева называют одним из основоположников золотодобычи в Якутии. Мы в современной истории нашей республики тоже трудно найти такое достижение, чтобы вот добиться таких результатов своей работы. Напористостью, настойчивостью, убежденностью и, главное, знаниями, профессионализмом. И памятники, когда появляются у нас в городе, это наша история, это наше будущее. Они есть основа и фундамент нашего будущего. Они ставятся для нашей молодежи, для каждого молодого поколения, чтобы они знали.